Здравствуйте. Я сегодня побывала в Академии красоты на процедуре Монплатин. Я очарована. Я просто очарована услугами косметолога, который работал со мной, и тем, что она с меня сотворила. Настолько было все неожиданно, тактично, красиво. Все рассказывал мне косметолог о каждом креме, будь то сыворотка или еще что-то, какие действия, как это будет выглядеть. Мне сначала сделали половиночку моего лица, и когда я увидела то, что разница, я просто была поражена, поверьте. Это настолько приятно, настолько неожиданно. Израиль – это вообще святая земля, и там только лучшее. И поэтому ожидать худшего я бы и не смогла, но то, что я почувствовала и увидела, я поражена. Мне нравится, я приобрела для себя и буду пользоваться с наслаждением. Я благодарна девочкам, которые занимались мной. Я очень хочу поехать в Израиль, в эту страну добра, счастья и солнца. Я очень хочу попасть. Голосуйте за меня, пожалуйста. Спасибо большое. До свидания.